всем здоровенькие пузатики, с вами Бурундук, это лайв-канал и небольшая новенькая рубрика, которая у нас называется, что называется, вы в названии уже прочитали все, грифони, но верни. Я на сервере Летти Крафт, IP все в описании, либо у вас на экране, заходите сюда, играйте, я здесь частенько, и сегодня я с новой рубричкой буду выживать, ребятки. Ну как выживать, сейчас вы все поймете. В общем, что, как вы знаете, у меня здесь есть все привилегии, но если я играю в выживание, эти привилегии мне особо ничем не помогают. Потому что выживание у меня вот одни вещи, а если я, например, включу сейчас креатив, то у меня будут совсем другие вещи, то есть в креативе я вот этот дом себе построил. Ну и что я, значит, придумал? Смотрите, отбабахался вот такой небольшой домик. Сейчас вам покажу. Вот такой тут даже крыша есть. Вот такой прикольненький временный домик. Почему временный? Потому что, скорее всего, вы его найдете, мне придется строить другой. Чтоб меня не распознали. Ну как не распознали? Чтоб мне не мешали гриферить. А Бурундук стал грифером. Вот, ребятки, о чем я и говорю. Стоило мне вот только зайти, да, уже вот один подписчик здесь. Но он у нас с привилегией, я ему ничего делать не буду. Сегодня, в общем, я так и не рассказал, что значит, что я делаю. Смотрите, я пишу кому-нибудь, типа, погнали сражаться, погнали, в общем, биться. У меня тут очень крутые вещи. У меня, смотрите, мяч, кек. Кек. Потом здесь мы начинаем сражаться. Я вот тут построил небольшую ловушечку. То есть мы пробегаем. Смотрите, сейчас подписчика заманю. Не заманил. Надеюсь, что у меня все-таки получится. Да, ребятки, вот такая ловушечка. Я грифер, ёлки-палки, докатился вообще. Но суть, ребятки, не в том, что я загриферю. Я надеюсь, что человек, который попадется в мою ловушку, надеюсь, что попадется, потому что ловушка, я прям гений ловушек. О, он застрял почти. Окей, я думаю, что он ТП ко мне пишет. Ну, я не очень строю ловушки, ну да ладно. В общем, мы попадается к нам какой-то человек. Возможно, мы его вещи заберем, упадем туда. Посмотрим, что будет потом. Но, в конце концов, я надеюсь, что он не выйдет. Я его ТП-шну к себе, верну ему все вещи. И за то, что он попал в мой, я не знаю, розыгрыш, гриф, называйте это как хотите. Я ему еще дам каких-нибудь вещей, каких-нибудь прикольных. Возможно, подарю вот свой кек-меч. Почему бы и нет? Я думаю, вы поняли суть. Ребятки, сегодня попробую только одного человека разыграть. Если вам понравится, ставьте лайки, пишите в комментариях, и я буду продолжать выпускать вот подобную рубричку. Может, что-нибудь новое придумаю. Пишите, может, вы что-нибудь придумаете. Мне очень интересно будет почитать. Ну и напомню, ребятки, что я на Летти Крафт, я не только здесь снимаю, но и просто бегаю иногда, прикалываюсь вместе с вами. Но сейчас мы с вами все продолжаем. IP все в описании есть. Ну чё, погнали, давайте напишем. Сейчас я дверь, наверное, открытой буду держать. Мне главное успевать пробегать и нажимать. Вот он уже, видимо, сюда не хочет заходить. А куда он делся? Он пролетел, а он же умеет летать. Я щит достал. Чего? Как я это сделал вообще? У меня теперь есть щит. А, он вот так достается. Обалдеть. Окей, пишем. Все, ребятки, отправил. Может, сейчас что-нибудь получится. Не знаю, посмотрим. Оу, ребят, резкий у нас тут такой переход. Я сейчас яблочко еще одно съем. В общем, я долго мучился, искал себе соперника. Ну, кажется, я нашел. Он по мне палит, как только так. Ну чё, сразимся сейчас. Он посмотрим еще, кто из нас лучник-то. Номер один. Елки-палки, офигеть, у него лук. Ну, это будет зато крутое сражение. Куда он побежал? Мне главное его сейчас заманить в дом. Вот, я надеюсь, это клевый будет паренек. Чё-то я по нему вообще вроде попадаю. Есть попадание, друзья. Так, мы ему сейчас хпшки дадим. Знать, что он тпшится. Ну-ка, чё, может, побьемся? Давай, ну-ка, куда он у меня отлетает сейчас, ребятки? Вот так. Ну-ка, тихо, яблочко сейчас еще одно. Он довольно такой мощный тип, но я сейчас вот так его, получаю еще. У меня меч на откидывание. Надо будет, ребятки, в следующей серии сделать меч нормальный, который не будет откидывать. Ну чё, давайте попробуем его заманить в дом. Может, ну-ка, сделаем, типа, я здесь укрываюсь. Тихо, как будто вот он будет думать, что я укрываюсь. Сделаем все прям. Профессиональный грифер. Нет, я вообще первый раз в жизни гриферю. Серьезно говорю. Ну чё, он стоит здесь, стоит. Тихо, он забежал. Надо, стой. Давай. Там дверь закрылась. Быстро, рычаг. Есть. Кажется, улетел. Есть, друзья, быстро сюда. Бегом. Офигеть, слушайте, в этом что-то есть. Так, и где его вещи теперь? Смотрите, он пишет грифер. Ой, слушайте, ну-ка, где вообще его вещи-то? Ну-ка, здесь пока. Вот, ботиночки нашел, лук у него альфа тоже вот эти вот, нормально. О, у него еда. Алмазные блоки, серьезно, у него еда, моя самая крутая. Я сейчас дождусь, пока у нас все шум...
Это что было? Там еще кто-то свалился? Или это опять он был? Он пишет, верни вещи. Да, конечно, я ему верну, куда он денется. Ты... О, он мне ТП прописывает, окей, сейчас мы тогда это принимаем, конечно же, все, ну-ка, где он, ну-ка, чё он, всё такое. Он, по-моему, он, мне кажется, он умрет, если будет просто меня бить, и у меня, потому что броня там шипами и все такое, ну, ну чё ты, ну все, ну... Ой, элол. Он опять не отправляет, ребятки, окей, принимаем. Ну чё ты, ё-моё, стой, я ж тебя не бью, сейчас, подожди. А, понятно, вон он написал. Верни, пожалуйста. Слушай, мне тебе этот песик нравится. Песик и бурундук я донатил. Донатил. Ладно, окей, ребятки, вот что я делаю. Где его все вещи? Это вроде все его вообще. И тут ничего моего нету. Сейчас я вот так вот все это делаю. Вот сюда все скидываю. Сейчас он, наверное... Что-то еще там писать будет. Так, а 40? У него 40 блоков, что ли, было? У него тут нагрудничек, лук, но я ему все это верну. Мне, в принципе, это не нужно. Ты вернешь, он спрашивает. Да, я верну тебе. Сейчас, подожди. Жемчуг Эндера у него тут сколько-то. Да я ему могу все отдать. Че он еще? Он что-то... А, вон он написал, смотрите, спасибо. Все, ребятки, я ему все отдал. Я только сейчас зайду вот так в гейммод. И он пишет уже, эй, где вещи? Все, ребятки, вот здесь его все вещи. Я ему все вернул. И смотрите, сейчас что происходит. Все, 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 ему он сразу шлем натянул. Все, смотрите, надел. Вот сейчас будет интересно, он нападет на меня опять или нет. Он даже щит сразу взял. Я тоже есть щит, знаешь. Мы ему пока что давать не будем ничего. Мы сейчас вот сюда тпшимся, ловушечку нашу закрываем. Мне интересно, он сейчас выберется. Нет, если что, ребятки, я могу... О, он мне сам пишет. Я хотел сказать, что я могу к нему тпшиться, но он сам ко мне тпшнулся. И я вот не все. Я просто хочу последить, что, какая у него реакция будет. Ему шмот вернули. Мне кажется, ни один грифер такого не делал. Но я не грифер. Я на... Че, серьезно, что ли? Да кому? Стой! Кому? Нет, 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 тихо! Все, тихо, тихо, ты че? Он че, издевается? Видимо, этот песик думает по-другому. Ну че, давай, давай, чуть-чуть посражаться хочешь? Все-таки он думает, что я грифер, да? Я ж тебе шмотки вернул, ты че на меня нападаешь-то, а? Смотрите, вообще бесстрашный песик, а ну-ка, на-на. Ну давай, давай, я этого прямо и думал, я так и думал, что он нападет. Это ж Майнкрафт, ребятки, здесь все типичные, типичные, знаете, такие игроки, которые такие вроде добрые, потом начинают с тобой сражаться. Че еще раз? Ну что он клюнет, сейчас опять за мной побежит, я вообще не поверю. Нет, серьезно, бежит, ему его туда сейчас столкнет. Все, погнали, погнали, тогда быстренько спрыгиваем. Нет, где его вещи там? Они, я ничего не знаю. Во-во, что-то летит здесь. Ну-ка, да, вот его вещи потихоньку нам скидывают. Ребятки, только не повторяйте за мной. Это он опять что-то там спрыгивает. Не будьте гриферами, не стройте ловушки. Я главное говорю, не делайте этого и сам это делаю. Ну если вы гриферите, то возвращайте вещи. Будьте добрыми и самыми крутыми. Я ему сейчас все верну. Он, ребятки, тут пишет, верни вещи, я больше не буду. Окей, вон он мне отправляет ТП, давайте примем, что нет, то конечно, привет. Он меня бить сейчас начнет. Сейчас мы тогда его вещи дождемся вообще. Да ты че, ты че, успокойся, ну серьезно, ты че, ты вообще что ли? Я просто обожаю за это Майнкрафт. Тут такие смешные песики и люди. Здравствуйте. Я его мопсиком буду называть. Опять он мне ТП. Ну все, ребятки, ну что, на этом, я думаю, наверное, мы закончим сегодняшнюю нашу пилотную серию. Ну как закончим? Естественно, я ему сейчас все верну. Так, не нужно сундучок поставить. Все, ударить он меня вроде больше не сможет. Так, все вещи мы сюда. Так, 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 так. Мне ничего это не надо. Все вещи я ему отправляю. Стрела такого мне не влезла. Че он там пишет? А ты добрый гриш. Окей, вещи все я ему возвращаю. Все, подбирай давай. О, молодец. Так, стой, теперь не уходи. Так, что ему, ребятки, дать, я даже не знаю. Он бежал от меня. Ну давайте я тогда выберу вещи какие-нибудь. Надеюсь, что он не уйдет. Я ему блоков вот так алмазных дам. У него и так они есть. Но я ему еще что-нибудь крутое. Вот давайте ему блоков изумрудных дадим. Ну не так, конечно, ну вот 16. Я ему еще, знаете, что дам? Мою любимую еду. Я заметил, что у него тоже там была морковка, значит, он ее любит. Ну хотя, знаете, яблочек ему надо дать. Яблочки крутые вот эти вот. Чтобы он пвпшился. И я обещал ему меч свой кековский. Только мне надо его тогда сейчас, секунду. Все, ребятки, я его сюда положил. Сейчас коперну, и все, без проблем. Я ему отдам.
отдам мяч, сейчас я его так заберу, чтоб я потом не забыл вообще. Все, вот такой небольшой презент я ему подготовил за мой розыгрыш, за такое некое извинение, за то, что я над ним тут прикольнулся немножко с ловушечкой. Хотя это самое, наверное, легкое, что мне пришло в голову. Окей, сейчас я его тыпочку. Как у него там ник-то, я уже забыл. О, вроде он. О, ребятки, он здесь, смотрите, верьте. Да стой, не буду я тебя бить. Смотри, лови, вот это тебе. Оп-оп, чековский меч мой. Вот так, морковочки и яблочки. Он сразу... Ребят, я ему не успел вещи отдать. Как сразу же его след простыл. Вообще, он куда-то тыпочнулся. Ну, это реально смешно. Ну, чё, ребят, вот такая вот серия у меня получилась. Это кто здесь? Модератор? Серьезно? У меня нет никаких ловушек. Оп-оп. Промазал. Все. Туда вам вход закрыт. Да нет, это ж не настоящий модератор. Это ж просто донат, который покупают, да? Ну чё, ребят, не знаю я, чё получилось, понравится ли это вам. Пишите в комментариях, пробую что-то новенькое, прикалываюсь тут. Надеюсь, вам понравится. А то я вот думаю, чё на лете крафте снимать. Вот серьезно, ну не знаю просто. Вот здесь мне такая идейка пришла. Откуда тут еще кто-то прибежал ко мне? Чё, откуда меня уже опять тут все находят, а? Это, конечно, все не оригинально, не ново, но не знаю, мне захотелось просто поразвлекаться. Надеюсь, вам это будет интересно. Еще знаете, что попрошу, ребят? Пишите в комментариях какие-нибудь свои идеи, приколюсь, и я, может, что-нибудь реально выберу. Мы как-нибудь модернизируем, может, доработаем эту такую рубричку, если она вам, конечно, зайдет. И уже буду я ее как-нибудь по-другому снимать. Ну, в общем, ребятки, вы все поняли. С вами был я, Бурундук. Играл на сервере LetiCraft, IP есть в описании. Все есть в описании. Дайте мне закончить серию, пожалуйста. Мне вообще не дают. Ладно, ребятки, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.